Непонятные картины. Сегодня мы открываем выставку «Свидетели эпохи». Она представляет творчество трех художников классической школы. Это Плотникова Василия Ивановича, Кочергина Владимира Васильевича и Насеткина Игоря Петровича. Творчество этих людей неразрывно связано с культурой Кабардино-Балкарии, и они оставили яркий след в истории и культуре Кабардино-Балкарии. Я хочу с удовольствием предоставить слово для открытия выставки министру культуры Кабардино-Балкарской республики Кумахову Мухаддину Галюшевичу. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшняя выставка — это та выставка, где надо говорить меньше всего. Дорогая, любимая классика. Выставка, где душа радуется и сама по себе ходит по залу и получает удовольствие. Я думаю, что каждый из вас получит удовольствие, просто на секунду забыв о том, что происходит на улице, пройтись, посмотреть и действительно насладиться той красотой, который остался от этих замечательных художников. Я думаю, что не только взрослые, но и дети должны прийти увидеть эти замечательные картины, увидеть вот этот старый мальчик, чтобы понять, какая атмосфера, какой дух царил в этом городе, в этой республике. Я искренне поздравляю всех нас с открытием выставки. И спасибо. Слово председателю Союза художников Кабардино-Балкарской республики Тимирканову Геннадию Жановичу. Сегодня, знаете, вот я, наверное, с гордостью могу сказать то, что это люди, которые являлись таким стержнем Союза художников. К сожалению, этих людей сегодня нет в живых, нет с нами, но они продолжают жить вот в этих своих замечательных работах. Я думаю, что для каждого нарчанина, гостя нашей республики, наверное, крайне необходимо просто прийти и посмотреть на эти работы, понять душу нашей республики, понять душу наших художников, которые хотят в своих работах принести для людей историю, принести дух народа, который здесь жил и живет, показать прошлое нашей республики и, наверное, этим самым показать и будущее, то, что нас ждет. Мне хотелось бы огромное спасибо сказать всем, кто сегодня пришел, потому что на улице вот такое ненастье, и
просто дойти даже иногда тяжело, наверное. Я думаю, что в последующие дни будет гораздо больше народа, придут, посмотрят, увидят. Всех приглашаю на эту замечательную выставку. И спасибо этим мастерам, которые нам оставили вот эту за собой действительно замечательную коллекцию. Скажу по секрету, вот Кочергин сегодня, вот то, что представлено, это где-то третья часть работ его. Еще на пару-тройку выставок легко мы можем сделать. Надеемся в дальнейшем это сделать. Плотников также огромное количество работ. Насеткин огромное количество работ. Поэтому я надеюсь, что мы будем радовать людей, наших гостей с этими работами замечательно. Спасибо вам. Я тоже хочу, в свою очередь, пригласить всех жителей, гостей республики. Слава Богу, уже начался учебный год, поэтому я надеюсь, что учащиеся, студенты тоже посетят нашу выставку. И приглашаю всех и всем приятного просмотра. И, кстати, спасибо. И, кстати, что немаловажно, начинает работать Пушкинская карта, по которой дети могут приходить в наши учреждения культуры. До конца года номинал 3000. С начала следующего года на весь сезон 5000. Поэтому сейчас и дети, и молодые люди до 22 лет включительно с удовольствием могут воспользоваться, должны воспользоваться. Это включено в программу Пушкинской карты, да? Очень жаль, надо быстро добивать. Это потрясающе. Потрясающая выставка, Лен. А что вы не включили? Вы не знали? Это потрясающе. Вообще, надо эту выставку планировать. Замечательно. Она может быть? Она может быть?